Очень часто бывает так, что новичок, придя в магазин, не знает, что ему поставить на спиннинговую катушку. Выбор огромен. То ли леску, то ли новомодный флюорокарбон, то ли четырехжильную нитку, то ли восьмижильную нитку, называемую ПЕ зачастую. Очень многие рыбаки теряются при таком богатстве выбора. Иногда и более опытные ребята, ловящие спиннингом 4 и 5 лет, допускают некоторые ошибки, которые мы попробуем сегодня разобрать. Все вышеперечисленные нитколески, назовем это так, находятся у меня на столе. Это образцы. Ни в коем случае не обращайте внимания на бренды. Я выбрал максимально возможные по толщине размеры, чтобы показать некоторые моменты. Медведь – это самый крупный и непредсказуемый хищник. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки Hunt Fishing» приглашает вас на экстремальную охоту на трофейного камчатского медведя.